Всем привет, это Дава, и сегодня у нас на канале очень крутой видос, который все давно ждали. Кто лучше знает меня, моя мама или Милана? Вы с ним прямо сейчас. Сколько у меня было отношений? 14-15. Стоп, сейчас тоже считается? Во сколько лет у меня были первые отношения, в которых я лишился того, что я набухался в тот вечер? Да-да-да. Маму везут на скорую помощь. Крал ли я деньги? Явно заинтересует прокуратуру. Кадиллак, кадиллак. Ну что, следующий вопрос. Целовался ли я с парнем? Да начнется этот батл. Ну что, роднульки, ну что, родные мои, мы приступаем, и сейчас мы узнаем, кто же знает лучше, кто же меня лучше знает, Милана или моя мама? Это мать! Мать пришла! Мне вот интересно, правда, на самом деле, потому что за все это время Милана меня очень хорошо знает, наверное, какие-то моменты даже, которые не знает мама, правда, но... При этом мама тоже знает много всего, чего не знает Милана. Давайте, мне интересно, какие ваши ставки, кто выиграет? Я. Ты выиграешь? А с чего ты так взяла? Так думаю. Так думаешь? А если проиграешь? Представляешь, как я обижусь на тебя? Нет. Уверенность в себе – страшная сила. Давай так, если окажется, что моя мама знает меня хуже, чем Милана, ну это же ужас. Почему? Сейчас может оказаться. Почему? Ты сейчас весь день на работе, на съемках, мама тебя видит редко. Так. Может быть все. Всякое может да. быть. Это как? Раньше я был белым. А ты как думаешь, ты выиграешь или мама? Мама твоя выиграет. А она, думаешь, лучше меня знает? Да, конечно, она тебя всю жизнь знает. А ты не всю жизнь? Посчитаем. Ну что хочу сказать, мне очень интересно, что будет, потому что на самом деле это будет непредсказуемо. Думаю, вопросы, которые сегодня прозвучат, они будут неожиданные. Вы верите в Бога? А вот это хороший вопрос. Ой, какие я подготовил вопросы, вы просто не представляете. Сразу заранее хочу вдруг извиниться, если какие-то вопросы вас заденут, потому что здесь есть ну, вопросы достаточно даже интимные. Знаком с порноиндустрией? Где-то у нас будет 4 варианта ответа. Что? Где-то 4 вариантов ответов, где-то просто да или нет. Где-то у меня даже вариантов ответов нет. Ты откуда знаешь, что я знаю? Откуда ты знаешь, что я знаю? А, кстати, давайте такую штуку сделаем. Ребята, кто сейчас вот знает правильные ответы, сразу пишите в комментарии. Пишите в комментариях, если вдруг я, например, задаю вопрос, вы знаете на него правильный ответ, пишите, чтобы я видел ваши правильные ответы. Потому что я буду выбирать, давайте так, под этим видосом в комментариях я выберу 3 человека, которые ответят на все вопросы правильно и переведу ему им по 5000 рублей. Норм? Ну что, первый вопрос. Мой любимый цвет. Синий. Еще не было вариантов. А, все, что? Ну, не так это устроено. Это как бы, я же сказал. Синий! Я же говорю, варианты буду перечислять, а потом вы пишете. Его нужно писать, а не говорить. Просто, мама, синий. Какой мой любимый цвет? Варианты ответов. Давай. Синий. Угу. Красный, угу. Черный, угу. Белый. Ну что, вы выбрали? Да. Показывайте ваш ответ. Угу. Черный. Черный, почему черный? Цвет настроения черный. Ты реально думаешь, что мой да. любимый да. цвет да. это да. черный? Да, 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 да. Серьезно? Да, серьезно. И ты вот прям уверена? Да. Не будешь менять свой ответ? Нет. Ну его невозможно поменять. А ты думаешь, что синий? Да. Почему? Потому что у тебя голубые глаза, и ты все отбираешь под них синий. Даже у тебя голубые глаза, у тебя синий. Мам, но я тебя на самом деле, я не знаю, как ты следишь за моими сторисами, но я синий одел впервые за недели полторы. Мам, ты меня любишь? Да. Сильно? Да. Самый лучший? Да. Я приемный? Да, да, да. Давай так, а если вдруг это неправильный ответ, может быть такое? Нет. Блин. Мне придется поменять теперь ответ. Ну что, хорошо, ладно, готовы услышать правильный ответ? Да. Давай, да, 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 да. Ждем, 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 ждем. И сейчас будет правильный ответ. Давай. Мой любимый цвет. Да, 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 да.
Да-да-да-да! Черный! Нет, неправильно! Когда черный, черного ничего не одевает. Черным на черном летит, черный умеет блестеть. Если честно, я постоянно, ну то есть как постоянно, чаще всего в моем гардеробе встречается черный цвет. Я не знаю, почему так сложилось, что, во-первых, он мне очень идет. Генетически армяне все любят черный, правильно, очень много одевают. Каков твой генетический код? Как ты узнала, что мне черный цвет любимый? Потому что мне черный цвет любимый. Я, наверное, очень много знаю такого, о чем ты даже не подозреваешь. Пока вперед вырывается Милана, мам. О. Не очень хорошее начало. Да. Но все впереди, и у тебя есть возможность выиграть. Вы готовы к следующему вопросу? А выигрыш какой? А выигрыш, а какой ты хочешь? Скутеры. Не знаю. Автомобиль! Следующий вопрос. Итак, моя самая любимая игра. Дата может быть какая-то. Варианты ответов. А, ой. Counter-Strike. Классики. Дота. И четвертый вариант ответа – Lineage. Время вышло. Вы сделали выбор? Да. Какой правильный ответ? Правильный ответ – раз, два, три! Дота! А у тебя какой ответ? Дота. Дота, дота. Давай сыграем в игру, Рэй. Я не хочу с тобой играть. Ну, пожалуйста. Нет. Я сказал, будем играть, Реймонд. А почему вы не выбрали Counter-Strike? Потому что ты в Доту играешь. Ты в детстве играл в Counter-Strike, сейчас ты в Доту играешь. А я в детстве играл в Counter-Strike? Да. Много играл? Да. Так вот смотри, если ты знаешь, что я много играл в Counter-Strike, соответственно, моя любимая игра какая? Дота. Логично. Не правда ли? И сейчас я скажу вам правильный ответ. Дота. Правильный ответ. Дота. Да-да-да-да. Ой, ты сейчас наоборот скажешь. Ладно. Правильный ответ – классики. Нет, надо было зафиксировать. Можно обманывать немногих все время. Можно некоторое время всех. Но всех и всегда невозможно. Ладно, я, конечно, пошутил. Правильный ответ – Дота. Ура! Ура! Вот, готово. Ну что, следующий вопрос. Во сколько я заработал свои первые деньги? Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Варианты ответов. В 12 лет, в 14 лет, в 16 лет и в 18 лет. Я написала. Ну что, готовы? Готовы. Реально готовы? Да. Кто первый сейчас говорит свой ответ? Я. Давай, твой вариант ответа показывай. 12 лет. 12 лет. 14. 14 лет. Ну а почему 14? Потому что мне больше эта цифра нравится. Все, вопрос нет. Аргумент. Мам, почему в 12 лет? Ну потому что в 12 лет. Ну, как это произошло? Ну, приз получил. Приз? На танцах. На танцах? Да. Деньги? Да. Он мне такие призы. Я не помню, но были деньги. Да? Да. И ты думаешь, что я заработал свои первые деньги в 12 лет? Да. Это окончательный ответ? Да. Ну что, теперь правильный ответ. Давай. Первые деньги я заработал Первые деньги я заработал в 12 лет. Вот, я же говорю. И это правильный ответ. Я тебя поздравляю. Молодец. Базар ноль вспомнила. Да, это действительно, но это были не соревнования. Я получил стипендию, по-моему, это было. Или что-то такое. Стипендия мэра. Да, я получил стипендию мэра точно. Города. Да, точно. Он несколько раз получал стипендию мэра города Новосибирска. Да, за заслуги, свои достижения. Мне за эту разработку такую премию дадут. Давай так, Милан, ты удивляешься, что я заработал в 12 лет свои первые деньги. Во сколько ты свои первые деньги заработал? В 10. Сейчас. У меня были съемки. 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. Ну, короче, я знаю точно, что Милана заработала где-то как минимум свои первые деньги в 11. Да. Лет. Соответственно, что ты удивляешься-то? Нужно погрузиться в удивительный огромный мир. Ну что, идем дальше. Ну что, погнали. Какой трек я люблю больше всего? Цвет настроения черный. Тимати. Егор, это не Тимати. Цвет настроения черный, это же Тимати. Это Филипп Киркоров. Егор Крид и Филипп Киркоров. Кстати, какая
уже разница, этот праздник уже не для нас. Моргенштерн, LJ, трек «Кадиллак», Шафутинский, 3 сентября и «Луча на повороте», «Адажо». Угу. Понятно. Мам, можешь спеть песню «Кадиллак»? Да. «Кадиллак», «Кадиллак» и все. Здесь наши полномочия все. Давайте о правильном ответе. Раз, два, три. «Кадиллак». «Лучано повороте». Это точно знаю, что его любимая песня, и не говори, что нет. Ты думаешь, что правильный ответ – это «Кадиллак»? «Кадиллак», да. А ты думаешь, что правильный ответ – это «Лучано повороте»? Я точно уверена. Я даже что-то не расслышала. Давай так, подожди, почему ты думаешь, что это «Кадиллак»? Потому что это не я, потому что я вот это вот 3 сентября и вот это «Лучано повороте». Поворот. «Лучано поворот». Лу... кек... или как там говорят в этих ваших интернетах. То есть ты думаешь, что я слушаю оперу? Я точно знаю, что ты вот «Повороте» точно слушаешь. Да? Да. Оперу? Ну, слушал, по крайней мере. Мам, сегодня много ошибок у тебя. Нет. И ты прям дома слушал ее, как нет? Ты прям уверена, все, да, ответ не меняет. Да, и одно время ты вообще слушал только итальянских певцов оперных. Почему? Потому что забыл, как концерт ты ее смотрел все время. Потому что Армения произошла, потому что итальянцы произошли от армян. Ну что, правильный ответ. И это? И это? Что? «Луча на повороте». Ясно. «Луча на повороте». На самом деле, я обожаю все его песни. Для меня это один из самых любимых оперных певцов. Да я вообще не знаю, это «Луча на поворотах». «Луча на поворотах»? Не да. Знаю. В Подмосковье пацан живет «Луча на поворотах». А у нас на повестке дня следующий вопрос. Да. Вы готовы? Да. А вы, ребятушки, давайте так, пока что, давайте так. Кто поддерживает маму, пишите сейчас в комментариях. Кто поддерживает Милану, ставьте прямо сейчас лайк под этим видео. Вот кто за Милану, прямо сейчас лайк поставьте. Милан, попроси, пожалуйста, покажите. Пожалуйста. Вот если вы хотите, чтобы я выиграла, вот обязательно поставьте. Подождите, лайк. У меня тоже много подписчиков. Мои подписчики, руки вверх. А у нас следующий вопрос. Давай. И он звучит следующим образом. Крал ли я деньги? Ой, нет. Да или нет? Это не про тебя. У меня уже готов ответ. У меня тоже. Ну, какой ответ? Нет. Да. Нет. Да? Нет, исключено. Да. Однозначно нет. Ни при каких обстоятельствах. Прости меня, мама, за то, что вырос рано. Милан, почему ты думаешь, что я крал деньги? Ну, потому что ты не можешь быть у того хорошенький, я никогда за всю жизнь не крал деньги. Ты крала деньги? Я? Да. Это уже другой вопрос. Владимирский централ, ветер северный. После этого органы опеки. Тум-дум-дум-дум, дверь стучат. Да-да. Правильно ли вы воспитываете своего ребенка? Так, ладно. Почему ты считаешь, что я не крал деньги? Ну, не может быть такого. Ты думаешь, что твой сынок... Точно не крал, 100%. Да? Я прям гарантию даю. Гарантию даю? Да. Мое воспитание. Да? На все 300. Ага. Ну что, а теперь момент истины, который явно заинтересует прокуратуру. Барабанную дробь. Да нет, давай. И правильный ответ – нет, не крал. Никогда я не поверю. Ну, потому что не крал деньги, Милан. Я даже в интервью уже с вами не раз говорил, меня спрашивали. Ни разу в моей жизни не было того, чтобы я украл у кого-то деньги. Поэтому... И не только деньги. А у нас следующий вопрос. Да. Во сколько я первый раз попробовал алкоголь? Я не хлещу пиво. Я дегустирую безглютеновый немецкий лагерь вместе с французским вином. Варианты ответов. В 10 лет... В 15 лет, в 18 лет, в 23 года. Точно. Время пошло? 100%. Так, надо вспомнить. 23. Нет, смотри, нет, прям нет, пил нет. Алкоголь или случайно попробовал? Попробовал. Ну, то есть, нет, не случайно, мы сейчас не берем. То есть, именно выпил. А, тогда... Ну, то есть, понятное дело, что там в детстве любой может случайно попробовать, там, вместо, там, не знаю, взять и там бахнуть. Хожу с нами здесь. Отдыхай, соком напился. Ну нет, когда я первый раз вообще в жизни выпил алкоголь так, чтобы вот так сесть и решил повыпить. Я поняла, все, я написала. Готово. Все готово, давай. Готово? Да. Точно? Да. Ну что, давай с тебя. Какой твой ответ? 18. А твой ответ? 18. Почему 18 лет? Давай с тебя начнем. Потому что, ну, ты не мог пить алкоголь в 10 лет. Почему не мог? Потому что.
с моей точки зрения, это 100% точный ответ на вопрос, почему. Потому что. Милан, слушай, а вот я не крал деньги и не пил, а ты, получается, крала деньги. Прости меня, мама, за то, что вырос рано. Ты мог выпить только 18 лет, когда бросил танцевать. Ты так думаешь? Я даже так помню. Ты реально так думаешь? Я даже историю помню, да. Хороший алкаш, он веселится. Плохой алкаш нарывается на драку. Вы готовы услышать правильный ответ? Давай. Правильный ответ. В первый раз я попробовал алкоголь. 18 лет. В 15 лет. Я правда, из-за того, что я был так воспитан, я занимался спортом, я для себя, вот я реально не выпил никогда там ни пива, ничего, то есть не было того, что я там бухал с друзьями, вот. Но в первый раз, когда прилетел в Москву, мне было 15 лет, я переехал туда, и в первый раз у нас была тусовка танцевальная, и я был без родителей, без ничего, и все бухали. А, поэтому я этот момент упустил, да, меня не было рядом. Родители упустили этот момент, там была днюха у кого-то, я уже не помню, у кого из танцоров, и все пили, но я не то, чтобы я набухался, по-моему. Я пью, когда нервничаю и расстраиваюсь, и злюсь, и радуюсь. Я алкаш! Короче, я начал... я вспомнить не могу, а сейчас понял, почему. Потому что я набухался в тот вечер. За всю жизнь я только один раз отказался от предложения выпить, когда не расслышал вопрос. Ну что, мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос. Давай. Какой у меня размер ноги? Все, я написала. Ну, у тебя два размера получается. Вот кто это, блядь? Киборг, блядь. Какой у меня размер обуви? 45-й. 45-й, думаю? Да. Реально? Да. Ну, 44-й, может быть, но поберем разную. Ты не знаешь, какой у меня размер ноги? Что-то остался сомневаться уже. Мам, серьезно? 45-й. Какой же размер ноги? 43-й. Нет, 43-й, ты думаешь? Да. Ладно. Правильный ответ. У меня 45-й размер ноги. Вот, я знаю. Да-да-да-да. 5-2. Милан. Ну что? Ну ты что начала сдавать? Да ты мне говорил, 43. Да, нам не подыгрывай. Я тебе не могу говорить. Ну что, следующий вопрос. Целовался ли я с парнем? Что? Ого, что попало говори. Что за вопрос такой странный? А вот такие вот у нас вопросы. Ну что, какой у тебя ответ? Однозначно нет с тремя восклицательными знаками. Именно это и есть гомофобия? Нет с четырьмя восклицательными знаками. Выпуск, после которого у мамы... Маму везут на скорую помощь. Вопрос кого? Правильный ответ. Да. Что попало, говорить? Милан, я постоянно с Арутом, с друзьями, мы в щечку вот так вот. Всегда мы чисто, братанами, вот так вот подходим, вот так вот. Братанами, да, это у всех кавказских народов есть такое приветствие. Дружеский, это да. Это вот как-то так. Поэтому никто из вас, к сожалению, правильно не ответил. Счет, тем не менее, 5-2. Ну что, погнали дальше. Следующий вопрос. Сколько у меня было отношений? Отношений, в смысле отношений? Так, сейчас посчитаю. Ну, серьезных отношений с девушками, например. То есть не просто вот так мы с ней встретились, да? А вот... Я тебя за руку в кино держал? Держал. Где мои отношения? Да какие еще отношения? Вариант ответов вам надо дать или нет? Нет, готово. Готово? Да. Ну что, вы готовы озвучить свои варианты? Да. Давай. Три. Три? Три. Откуда? Точно пять. Сейчас пятая. Сейчас пятая. Стоп, сейчас тоже считается? Да. А что ты мне ничего не сказал? Зараза такая. Сколько получается? Пять. Оу май. Нет, на пятом я даже сердечко поставила. Да. На пятом, то есть особенная какая-то, да? Ну да. Да, серьезно. Любимая? Классная? Да, даже я не против. И вы готовы слышать правильный ответ? Да. Правильный ответ. У меня было 5 отношений. Вот, я знаю, точно. Я молодец. Ты молодец, Милан. Блин, так классно у тебя.
А у тебя с математикой так же в школе? Да, очень хорошо. Да? Пятерка? Да. Тоже пятерка. Погнали дальше. Но перед тем, как мы пойдем дальше, ребят, пожалуйста, проверьте прямо сейчас, поставили лайк под этим видео. Это очень важно. Лайк под этим видео, потому что мы стараемся для вас сделать классный контент. Делаем его? Делаем. Вот давайте так, вы поставьте потом в конце видоса, если вдруг передумаете, но убьете. Ну ничего же не стоит. Следующий вопрос. Раз пошла такая вечеринка про мои отношения, тогда важный вопрос. Спрошу его по-другому, потому что у нас здесь маленький ребенок есть. Ну, все поймут, о чем я говорю. Ты тоже понимаешь. Во сколько лет были мои первые отношения? Ну, моя первая девушка, во сколько лет была у меня? Уже серьезные отношения. То есть не просто вот мы вот так вот с ней ходили за ручку. Ну, то есть уже там, ну там, что-то могло добыть. Варианты ответов. Первый вариант. 14 лет. В 15 лет. В 16 лет. И в 18 лет. Сейчас, 14-15. 10-15, минут 5, 10-5, 4-5. Во сколько лет у меня были первые отношения, в которых я лишился... Все можно не утащать. Да. Сколько я, лет написала? Я 15 писала. А, 15? 15? Да. Ну, не знаю. Почему я написала 15? Потому что правильный ответ... 15. В 15 лет у меня были мои первые отношения. Я не знаю, почему ты про них забыла, мам. Мне было не 18, мне было 15 лет. А в 2011 году я закончил танцевальную карьеру и переехал в город Новосибирск. На тот момент мне было 18 лет, и тогда мои отношения закончились. Ну что, в этой серьезной борьбе, которой никто не уступал друг другу, выиграла мама! Дам-да-дам-да-дам-да-дам! Не, ну это было серьезно, мощно. На самом деле, если честно, вначале я думал, что Милана выиграет, потому что она прям... А ведь я сказала, что я проиграю. А вот я вот думал, что ты выиграешь, потому что серьезно, она в самом начале оторвалась на один балл вперед. И, пожалуйста, мама сразу не дала, как бы, не дала проиграть себе и пошла вперед в бой, как рванула. Да-да-да! И в этой серьезной борьбе она выиграла. Вот, Милана, ну ты не расстраивайся. Прям вот похлопать вас так вот, все хорошо. Все будет супер. Я устроил для вас интерактив в своем телеграм-канале. Ссылка на него под этим видео. Так что мотай, залетай в мой телеграм-канал, и там ты можешь выиграть еще 5000 рублей. Вот. Что хочу сказать? Хочу сказать спасибо моей маме, спасибо Миланке. Мам, дашь ей реванш? Да. Дашь реванш? Да, конечно. Давайте так. 150 тысяч лайков мы собираем под этим видосом. Давайте, если вы хотите, чтобы Милана могла одержать реванш и еще выиграть в этом противостоянии, нам что нужно сделать, Милан? Нам нужно набрать 150 тысяч лайков. Поэтому, если вы хотите, чтобы Милана одержала победу, прямо сейчас ставьте лайк, набираем 150 тысяч лайков, и мама дает реванш для Миланы. С вами был Дава, моя любимая мама, моя любимая Милана. Спасибо вам, мои любимые подписчики, за то, что посмотрели видос до конца. Сердечко.